Однажды мы уже общались с атомайзерами от Horizon Tech, а именно с оригинальным Arctic Tank. Тогда однозначного впечатления после себя он не оставил. В этом ролике мы расскажем про новую разработку компании Arctic V8 Mini и попытаемся понять, чем он хорош. Конструкция V8 Mini отнюдь не замысловата. Состоит девайс из дриптипа, топ-кэпа, заправочного кольца, базы с регулируемым обдувом, цилиндрического стекла и каркаса, который является еще и шахтой. Изготовлен атомайзер из нержавеющей стали и парекс-стекла. Отличить Arctic V8 от множества других китайских баков не так-то и просто. Вопрос оригинальности внешнего вида Horizon Tech решили обойти стороной. Однако из-за металлических вставок под стеклом он отдаленно напоминает саб-тэнк от Kangertech. Отделка оставляет желать лучшего. Грубая обработка, неточная подгонка деталей и отсутствие лака – незаменимые атрибуты традиционного китайского качества. Зазоры и стыки, которые в V8 Mini везде и всюду – отдельная и сильно раздражающая история. Проводя пальцем по поверхности бака, можно прийти в ужас от количества неприятных препятствий. Атомайзер выглядит совсем не монолитно. Из-за плохого покрытия он царапается в результате даже самых незначительных механических воздействий, поэтому мы крайне не рекомендуем носить его в одном кармане с ключами или мелочью. Обдув у Arctic нижний. Подача воздуха на спирали осуществляется через 4 больших отверстия. Вращением кольца регулировки можно добиться как тугой, так и свободной тяги. Бак заправляется через 2 больших отверстия, которые с легкостью позволят буквально заливать жидкость даже из тары с большим носиком. Чтобы до них добраться, достаточно снять топ-кэп. Вот чем-чем, а обилием разновидностей как раз-таки испарителей Horizon Tech порадовать может. Тут их на любой вкус и цвет. Главная проблема – испарители, в которых возникает болото из жидкости и ваты, если не использовать атомайзер продолжительное время. Самое забавное заключается в следующем. Чтобы попарить после долгого простоя устройства, придется довольно долго разогревать испаритель, чтобы избавиться от лишней жидкости. Но первые несколько минут после этой процедуры язык и нёба все равно страдают от обильных кипящих капель. Казалось бы, 4 мл – это много, но не тут-то было. Бак опустошается моментально, и это не зависит от испарителя. А вот плюсов крайне мало. Можно даже сказать, что их почти нет. Первое – обилие самых разных испарителей. Под большое количество пара, хорошую вкусопередачу и просто для размеренного парения. Вкуса, как и пара, добиться вполне возможно, но учтите, что на мощных спиралях жидкость уйдет моментально. Похвалить Arctic можно и за простоту. Конструктив максимально обыденный. Заправить бак или заменить испаритель очень просто. Если смотреть правде в глаза, то Horizon Tech выпустили не совсем качественный продукт, минусы которого вряд ли могут быть чем-то оправданы, кроме цены. Однако за свои деньги вы получите девайс с неплохой производительностью. Мы благодарим Horizon Tech за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не блуждайте ночью по болотам.